Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном любитель, первооткрыватель 45 переменных звезд. Сегодня 17 августа 2018 года. День, когда исполнилось 9 лет со дня начала увлечения мной любительской астрономией. В эту дату я продолжаю вынужденно скитаться по чужим углам из-за невозможности беспрепятственного безопасного проживания в своем единственном жилье в комнате в коммунальной квартире в городе Москве. И из-за невозможности беспрепятственно продать данную комнату. Я не имею доступа к своему телескопу, который находится в данной комнате. Я прошу неравнодушных людей помочь продать мне мою комнату, чтобы я смог купить себе иное жилье, безопасное для проживания и для занятий наблюдательной астрономией.